которые считают, возможно, с ними надо было провести беседу в нашем обществе. Возможно. Вот. Но и это дети, есть отражение нашего нарушения общества. Это отражение. Ну вот смотрите, о чем вы говорите? Ведь после, вот с ребятами поговорили, они принесли извинения уже, они сказали, они поняли, что это был, так сказать, перебор. Уже даже... в отставку подала. Это вообще не понял.